Здравствуйте! Вас приветствует сеть магазинов «Ваше здоровье». Меня зовут Инна. Сегодня мы рассмотрим все виды тонометров, поговорим о их особенностях и различиях. Итак, тонометры бывают четырех видов. Механические модели, полуавтоматические, автоматические на предплечье и автоматические на запястье. А теперь поговорим подробнее об каждой модели. Механический тонометр – это прибор, который поможет вам контролировать артериальное давление в любое удобное для вас время. Отслеживая тоны сердца на локтевом изгибе под эндоскопом. Такой метод еще называется методом Короткова. Механический тонометр оснащен нейлоновой манжетой. В некоторых моделях присутствует кольцо. Оно нужно для удобного использования манжеты. Некоторые модели имеют монтированный манжету фонендоскоп. Это позволяет не беспокоиться о том, что при измерении давления стетоскоп будет расположен на правильном месте. Механические тонометры бывают двух типов. Стандартная модель, когда груша отдельно от манометра. И комбинированная модель, когда груша совмещена с манометром. В обеих моделях груша снабжается клапаном. Этот клапан позволяет спустить манжету. А теперь перейдем к полуавтоматическим тонометрам. Полуавтоматический тонометр совмещает в себе механическое нагнетание воздуха с помощью груши и автоматический расчет данных, который выводится на экран прибора. При использовании тонометра полуавтомат нет необходимости в фонендоскопе. Это очень удобно для людей со сниженным слухом. Хотим обратить ваше внимание, что в полуавтоматических тонометрах нужно накачивать воздух манжету на 40 единиц выше предполагаемого давления. А также одной из причин неправильных показаний является несвоевременная замена батареек. Дальше рассмотрим автоматическую модель. Автоматические тонометры, в отличие от полуавтоматов и механики, имеют компрессор, который самостоятельно нагнетает воздух в манжету при нажатии одной кнопки. А также электронный клапан спуска, что позволяет быстро стравливать воздух, не сдавливая руку. У многих моделей тонометров в комплекте идет адаптер, что позволяет подключить тонометр к сети и не тратить деньги на батарейки. У многих моделей тонометров есть искусственный интеллект. Эта система позволяет усреднить результаты и определить аритмию. Еще одним преимуществом автоматических тонометров является наличие памяти на количество измерений давления. Еще одна модель автоматических тонометров достойна вашего внимания. Это тонометр на запястье. Эти тонометры удобны тем, что их всегда можно взять с собой для постоянного контроля. Эти приборы маленькие, компактные и удобные. Для работы с ними не нужно особых навыков. Управляется всего одной кнопкой. Практически у всех моделей есть память, определение аритмии и усреднение результатов. При использовании данных тонометров есть одно «но». Часть таких тонометров не предназначена для пожилых людей, у которых сосуды уже потеряли эластичность. Необходимо отметить, что жалобы на неточность прибора могут возникать лишь при нарушении инструкций по их использованию. В сети магазинов «Ваше здоровье» большой выбор тонометров, сервис и качество на высшем уровне, а цены доступнее, чем у других. Приглашаем посетить наши магазины, где мы подберем вам самый лучший и оптимальный вариант.